хор Московской консерватории. Дирижер Станислав Калинин. Евдокия Дмитриевна рано овдовела. Непрестанные труды и бранные тревоги подточили здоровье Дмитрия Донского, который не дожил и до 40 лет. Известие о кончине великого князя потрясло весь русский народ. Глубина горя Евдокии Дмитриевны отразилась в проникновенном плаче великой княгини, который стал выдающимся памятником древнерусской литературы. Свет мой светлый, почему ты померк? Гора высокая, как ты рушишься, и если Бог услышит молитву твою, помолись обо мне, о своей княгине. Вместе с тобою жила, вместе с тобою и умру ныне. Юность не оставила нас, и старость еще не настигла. На кого оставляешь меня и детей своих? Немного, господин, нарадовалась я с тобою. Вместо радости и веселья печали слезы пришли ко мне. Вместо утехи сетования и скорбь мне явились. Зачем родилась и родившись, прежде тебя почему не умерла? Не видела бы тогда смерти твоей о своей погибели. Неужели не слышишь, князь, печальных моих слов? Неужели не трогают тебя мои горькие слезы? Крепко, господин мой дорогой, уснул, не могу разбудить тебя. С какой битвы пришел ты, истомившись так? Звери земные в норы свои бегут, а птицы небесные гнездом своим летят. Ты же, господин, от своего дома без радости отходишь. Кому уподоблюсь и как нареку себя? Вдовой ли себя назову, не знаю сама. Женой ли себя назову? Лишилась я царя. Старые вдовы, утешьте меня, а молодые вдовы со мною поплачьте. Вдовье горе тяжелее всех у людей. Как восплачу или как воскричу, великий Боже мой, царь царей, будь мне заступником. Пречистая госпожа Богородица, не оставь меня в дни печали моей, не забудь меня. Нравственные достоинства супруги, ее высокая образованность, государственная мудрость позволили Дмитрию Донскому в своем завещании назначить Евдокию Дмитриевну соправительницей старшему сыну Василию. По ее воле в 1395 году, во время нашествия на Русь Тамерлана, в Москву был принесен чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери. После прибытия святыни Тамерлан внезапно остановил свой поход.
танце Шуберта «Аве Мария» прозвучало в исполнении ведущей солистки Государственного академического Мариинского театра Жанны Домбровской. Римский-Корсаков на стихи Алексея Кольцова. «Соловей». Жанна Домбровская, Мариинский театр. Как невелика была любовь княгини к своей семье, Евдокия Дмитриевна не останавливалась и перед ней, когда это было необходимо для спасения Родины. Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар. Забери и ребенка, и друга. И таинственный песенный дар, так молюсь на твоей литургии, после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. В этих строках Анны Ахматовой отразились глубина молитвы любящей женской души о своем Отечестве, высота подвига женского служения, который часто скрыт от посторонних глаз. «Гори, гори, моя звезда» исполняет солист Государственного академического Мариинского театра, лауреат премии «Золотая маска» и «Золотой софит», народный артист России Виктор Черноморцев.
горит моя звезда, звезда любви. Заветному звуку внимая и русская народная песня «Из-за острова на Стрежу». Виктор Черноморцев. Если Бога
лечится, лишь одна рука, голос на Богу, кроме меня. Только ночь не провалился, сам на утро бабой стал. Этот робот и насмешку слышит грудь. Храма в честь святой покровительницы столицы преподобной Ефросинии Московской было начато в 2006 году, накануне 600-летия Успения Благоверной Княгини. В этом же году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II был учрежден региональный общественный благотворительный фонд имени Великой Княгини Евдокии Московской. Благотворительная программа памяти великой княгини Евдокии Дмитриевны, преподобной Ефросинии Московской, реализуется Центром национальной славы в сотрудничестве с фондом имени великой княгини Евдокии Московской и храмом преподобной Ефросинии Московской. На сцену приглашаются настоятель храма преподобной Ефросинии Московской, его высокопреподобие протоиерей Алексей Ладыгин, и председатель правления регионального общественного благотворительного фонда имени великой княгини Евдокии Московской Любовь Сергеевна Акелина.